И сегодня же Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования королю Испании и семьям погибших в теракте в Барселоне. Накануне вечером фургон протаранил толпу в центре города на главной пешеходной улице. Погибли 14 человек, больше 100 пострадали. В Испании объявлен трехдневный траур. В своей телеграмме Филиппе VI Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан категорически осуждает варварское нападение, направленное против мира и безопасности, и поддерживает расширение глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом. Улица Рамбла, где произошла трагедия, главная туристическая достопримечательность Барселоны. По ней ежедневно проходит около 200 тысяч человек, в основном туристы. Поэтому неудивительно, что среди погибших и пострадавших граждане сразу 34 государств. Казахстанцев в их числе нет, сообщили сегодня в МИДе. Хотя наши соотечественники находились в районе теракта, нам удалось связаться со студенткой из Казахстана, которая в момент как раз была на улице Рамбла. И вот что она нам рассказала. Я шла на курсы испанского, которые находятся на улице Рамбла, но так и не дошла до них, так как навстречу выбежали напуганные люди. Я просто вместе с ними побежала в обратную сторону, так и не узнав, что случилось. Они просто бежали, и большинство людей бежали, не зная от чего или от кого они бегут. Позже, когда я шла домой, ехала скорая в ту сторону, полиция, вертолеты летали. Почти, когда я дошла до дома, уже по всем новостям мы это говорили, потому что я проходила мимо ресторанов и в кафе, люди просто собирались вокруг телевизора и слушали, что же там произошло.